Привет-привет, дружище. С тобой снова я, X-Skills. И мы снова играем в Cuisine Royale Second Edition и пытаемся понять, где же эта стрельба все-таки. Я тут где-то слышал, как использовалась вторая способность. Давай наверх туда залезем. Откуда шмалялово было? Еще прицела толкового нет, ночник только. Не, ну где-то тут же. Ребята, вы где тут разборки устраивали? Ну, покажитесь, не стесняйтесь. Ага, где-то тут. Вон он. Замечательно. Прицельчик. Нашлась. Так, погнали отсюда. О, винтовочку сменим. И прицельчик нормальный поставим. Ух, тут ловушка-то понатыкана. Оп, син. Если это не по мне сработало, то по ком? Значит, еще кто-то рядом. Точно. Откуда снайпер был? Где? Ага, вижу. Еще. Вот так. Все? Или есть еще кто-то? Да ладно тебе, хватит промахиваться. Так. Сколько же тут всего, блин. Прицел получше этот. Все остальное нафиг как бы, да? Да. Поставим тут... Нет, не поставим, к сожалению. Ловушечек. Ну да ладно. А сейчас может перезарядиться? О, нет, долго. И тут нифига нет. Ладно, пойдем. Без ловушечек. Обойдемся. Так. Однако... Опа, опять шумят. Движение в этом поселочке. Ага. Где, не пойму. Блин. Ай-яй-яй, совсем спрыгнул. Немного не вижу. Вижу трассеры, как пули летят, а самих участников стрелков не вижу. Но тем не менее, зато знаем, куда двигаться, в какую сторону. Ой-ой-ой. Зато нас увидели хорошо. Так. Опасненько. Значит, ждут нас отсюда. Так, значит, надо что-то думать. Как-то выцеливать, что ли? Господина. Где он там? Где он в натуре? Смотался, походу. Сейчас посмотрим, что тут к чему. А главное, почем. Так. Уже там стрельба. Не ведемся. Мы только что оттуда ушли. Кто-то есть? Ага. Ты стреляла? Признавайся. Э!
Вот этого не надо. Так, ну все вроде, да? Че, по патрикам еще нормально? Более-менее. Монеты отдай. Монеты, говорю, отдай. Так. Ну что, тут уже ловушечку можно поставить. Так. Что там? Где там что? О, вижу. Интересно, он меня тоже видел, поэтому спрятался. Блин. Вот это я зря. Вот это я зря. Как там? Я даже не помню, откуда он. Блин, где? Куда я стрелял? А, я оттуда никак не увижу. Вот там где-то был, да? Пойдем-ка туда. Опа. Тихо, 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 тихо. Кто-нибудь кого-нибудь из них грохнул? Еще и гад в ловушек. А, еле бегу, слушай. Даже с винтовкой. Да. Когда броня, патронов куча на тебе, это сказывается. Андрюха, ты прав. Так, где он тут? У них тут дуэль. Так, все, угомонился. Оп, второй. Давай, так придем. Хорош. Подкушаем. Убегаем нафиг. Убегаем нафиг, убегаем нафиг. Че того попробуем залутать? Гражданина. Опа, 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 смотри, как опасно. Это откуда? Откуда это? Покажись, стрелок. Не хочешь? Понимаю. Блин, как бы его еще начекать попробовать? Можно так. Так откуда ж ты стрелял, гражданин? Не покажешься? Ладно. О, как бочку подзорвет, блин. Нафиг, нафиг. Наверное, мне все-таки в горы надо. High ground — это позиция выгодная. И обзор, и сныкаться проще при перестрелке. Давай, хорошо. Это тоже одолеешь? Порадуй, молодец. Так, посмотрим. Ветер-то какой, на вершине прям, ух, не видать никого.
Блин. Кто-то где-то тут рядом есть, стопудово. Вот только где, интересно, кто туда прыгнул? Рывком. Как думаешь? Оп, вижу, по-моему. Движуху. Вроде бы он там видел. Может, показалось. А может, показалось. Та-та-ра-та-та-та-та. А может, и не очень. Пам-парам-парам-папам. Блин, посмотри, никого не видать. И на той стороне... Сколько еще? 6 человек вместе со мной. Ну, рашить, бегать, блин, слушай. Неохота. Выхвачу. Прям чую. Прям чую, что сныкались и пальцы. Ну а где еще быть? Опа, опа. Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. Нифига. Вот так вот. Нельзя расслабляться. Я откуда же это было? Ну, примерно видел. Сейчас посмотрим. Это с бункером он стал, да? Как я понял. Кто-то просадил. Ага, вон там на крыше. Оп, попал. Еще хочешь? Не хочешь? А чё ты? А давай теперь вот так вот. Блин, вот оттуда бы не задолбали. Ну чё ты там? Всё? Передумал стреляться? А, нет, вон он. Опа. Стопы, стопы. Таких план... Это в планы не входило. Так, так-то патроны экономить незачем абсолютно. Что ж ты попасть-то? Нафиг, нафиг. Так, чё пазл? Опа. Тихо. Ага, вижу. На-ка. Опа, надгробие разрушил. Ну ладно. Довольствуйся этим. Челика я забрал. Так, аккуратненько. Без расслабончика. Чё там с этим типом? Ага. Его-то тоже с места прогнало, вон он. Блин, это зомби его. Ах ты ж. Вот это да. На. Па-пара-пара-пара-пам. Пара-пара-па-пам. Нет никого, надеюсь. Готов. Двое осталось. Где же вы, ребятки? Котятки. Давай ритуал запустим. Посмотрим, где же они. Чуть не видать. Так, а ночник есть? Есть.
Видать, ребята. Где ж они могут быть-то? Интересно. Не-не-не, возле бочки нельзя тусоваться. Это плохой расклад, явно. Нету? Ты погляди. Не видно? Ага, вот поселочек. Ага, понимаю, понимаю. Похоже, что поселочки в том. Так. Может, бункер запилиться? Попробовать. Мне кажется, кто-то есть. Почему-то. Проверим. Нет там никого. Опа. Пофигу. Опа. Где? Теперь-то должны показаться. Ага. Понятненько. Ага. Один прям тут. Второй там вот. Так, один есть. Остался еще один. И он где-то там. Или уже... Опа! Вот еще один топчик завел. И ритуалы показали. И сочный топчик взяли. Спасибо за внимание, дружище. Если понравилось, ставь лайк. Подписывайся на канал, если хочешь. Буду тебе очень признателен и благодарен. Спасибо за внимание. До новых встреч.